Смотрите в пятницу 29 ноября в 18:15 программу «О животных хочу домой» на телеканале «Самара ГИС». Вы увидите видеовизитки о собаках и кошке, которым нужен срочно пристрой. Свой дом и хорошие ответственные владельцы. Новогодняя елка на фестивале бездомных собак и кошек «Лучший друг». Каких и сколько забрали животных с площадки выставочного центра? И какие конкурсы увидели гости фестиваля? Далее беседа в студии с гостем. Кинолог, преподаватель спортивного клуба собаководства, размещенном на базе Центра внешкольного образования и творчества Наиля Шайхулина. Обо всем этом смотрите в программе «Хочу домой» на телеканале «Самара ГИС» в пятницу 29 ноября в 18:15.